с моей точки зрения, это письмо, оно на данный момент сыграло позитивное значение в нашей защите. А дальнейшее это мы сейчас должны с вами решать. Как двигаться? Что-что? Ну, оно уже отправлено. Навредит. Это же мы должны решать. Я же никому ничего не... Я говорю то, что это письмо не подписано членами кооператива. Пока это письмо подписано нами в Питерме. Сейчас мы собрались для того, чтобы каждый высказал свое мнение. Не, вопрос. Тут приходила комиссия. Да. У нас есть документ, который, что она сказала, что у нас все хорошо? Нет, ничего они не оставили. А почему? Решение. Я же все говорил. Это не комиссия. Это был один человек. Какая разница? Я так понимаю, нет, вы неправильно понимаете. Они не делают никаких документальных выводов. Они выводы свои говорят устно. На комиссии. Заседание комиссии должно быть. Следующее заседание комиссии он отчитывается перед. Понимаете, они мне уже сказали, что хорошо. А потом пришла комиссия, сказали, раз и до свидания. Вы расскажите до конца. Ну расскажите, как было. Люди ж не поняли. Ответить на вопросы, которые у всех возникают.